Первое место в общекомандном зачете среди 20 регионов России заняли саратовцы на всероссийском молодежном турнире по карате Кубок Александра Герунова. Подробности соревнования, а также чем еще порадуют своих болельщиков саратовские спортсмены, мы узнаем у Александра Филина. Александр, вам слово. Спасибо, Станислав. Турнир проходил с 4 по 6 июля в городе Тольятти. Саратовские спортсмены завоевали 21 золотую, 8 серебряных и 11 бронзовых медалей и стали обладателями переходящего кубка. С 10 по 13 июля в городе Бранденбург, Германия, пройдет чемпионат Европы по гребле на байдарках и каноэ. Более 800 гребцов из 39 стран примут участие в соревнованиях. Кира Степанова и Наталья Лобова, воспитанники Саратовской областной спортшколы по гребле на байдарках и каноэ, вошли в состав сборной команды России. Первый домашний матч второго тура первенства футбольной национальной лиги сезона 2014-2015 пройдет 12 июля на стадионе «Локомотив». Саратовский «Сокол» примет самарскую команду «Крылья Советов». Начало матча в 19:00. Это все о спортивных событиях на сегодня. Какие медали завоевали саратовцы на чемпионате Европы по гребле на байдарках и каноэ, а также как сыграл «Сокол», я расскажу вам в следующем выпуске «Спортобзора». До свидания.